Ослят. Ну, я думаю, что сейчас выключим. Ну, естественно. Да нет, они же не дикие. У них так место там. Ну да, но здесь, наверное, видишь травы. Смотри, как чешется. Трава высокая и вкусная. Там, может, покосили между деревьями, чтобы они не ходили. Они как это, знаешь, они траву косят. Брюшко потерял. Брюшко. Мы задолбали ослов со своими пищаниями, визжаниями, и они ушли от нас. Решили, ну нас, ну вас нафиг, ты туристы. Да, они как ножку чистят. Хорошенькие. Значит, мы были сегодня вот с той стороны, мы объезжали, зигзагами спускались в Изолу. Там видны очень большие корабли, днем их было больше, которые ждали, ну, захода в порт. А под нами находится Копр. Вот. Классно, да? А там уже недалеко и до Италии, в общем. Ой, какой хорошенький. Красавчик. Смотри, 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 как он шипит на него. Помочь. Все в одном, и лебедь, и закат, и вертолеты, и огни. Лепы. Значит, все идут с гвоздиками и факелы зажигать будут. Ну, 1 мая.